Всем привет! Сегодня бы хотелось записать вам видеообзор такой программы, как «Одноклассники» с магазина Windows 8.1 Professional. Посмотреть возможности, что она собой представляет, оформление, интерфейс, удобность, практичность и все тому подобное. Заходим, как обычно, в магазин. Открывается наш магазин. Напоминаю, что мы сейчас просматриваем серию программ из категории «Социальные сети». Вот, как обычно, нажимаем на социальные на категории, нажимаем «Социальные сети», смотрим топ бесплатных. Здесь наша программа «Одноклассники». «Одноклассники», двоеточие, «Сообщения». Интересно, что она собой представляет. Открываем ее. Как обычно, нашему вниманию представлены скриншоты. Кнопочка «Установить». Посмотрим скриншоты. Вот, описание. Написано, это официальное предложение «Одноклассники», позволяет постоянно оставаться на связи в известной российской социальной сети. Возможности, оценка 4.1. Вот, много всяких вопросов. То есть, вот почему «Одноклассники» сообщения остановлены, а где «Одноклассники» главные. Вот. Ну, как бы у людей есть многие вопросы касательно этого приложения. Сразу нам представлено наше внимание то, что это конкретно сообщение. То есть не лента, не новости, не игры, не какие-то там видео. Это конкретно сообщение. Вот, примечания. Поддерживаемые процессоры. Язык русский, это очень хорошо. Вот, похожих приложений нету, насколько мы можем это видеть. Ну что, устанавливаем, будем смотреть, что же оно нам все-таки дает, эта программа. Так ли это, что оно дает только сообщение или не так? Вот. Установилось наше приложение. Открываем его, как обычно, эмблема «Одноклассников». Нужно ввести пароль, логин. Чем я сейчас и займусь, и вам советую. Сразу наш компьютер, как обычно, предлагает нам выполнять «Одноклассники», сообщения в фоновом режиме. Разрешаем, безусловно. Так, так как у меня много приложений уже работают в фоновом режиме, предлагают что-то удалить. Ну, Facebook я, наверное, удалю. Вот, так, что мы видим? Мы видим список друзей с левой стороны и последние их сообщения к нам. Так, что здесь интересного? Ну вот, когда нажимаем на друга, открывается диалог с ним. Нажимаем, например, на друга, и ничего не происходит. Вместо этого открывается программа, браузер, чтобы посмотреть этого пользователя. Вот. В принципе, вся суть этой программы понятна. Здесь удобно переписываться, смотреть профили приходится все равно в браузерной версии. Вот. Я думаю, что здесь ничего сложного нету. Смайлики как были, так и есть. Прикрепить вот этот значок, кнопочка. Я думала, что это будет именно прикрепить, например, фотографию там или открытку какую-то ну, к сообщению. Нет. Это можно создать как отдельный диалог. Сейчас. С этим человеком. Сейчас даже для интереса посмотрим.
Нет, странно. Ну, в принципе, такая странноватая программка. Вот, удалить, наверное, переписку всю. Хоть у нас четко было написано, когда мы устанавливали эту программу в магазине, описание, то, что здесь русский язык, эта фраза мне не напоминает русский язык. Вот. Но если на нее нажать Add Friends, то мы увидим всех наших друзей. Поскольку у меня их очень много, мне, конечно, пригодится вот эта кнопочка минус. И смогу я по алфавиту найти кого-то. Ну, например, вот М. Боже, я даже не знала, что у меня так много людей на М. Ну, все равно удобнее, чем листать все подряд. Вот. Так что так выглядит программа Одноклассники, двоеточие сообщение. Вот. Спасибо большое, что смотрите нас. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши обновления, ставьте лайки. Вот. Всего наилучшего, до свидания, до новых встреч.